Это ярмарки краски в поселке Джигинка привлекали внимание потенциальных покупателей. С каждым часом желающих поучаствовать в беспроигрышной лотереи становилось больше. Есть такой номер? Господа, заберите свою колбасу! Главное преимущество таких ярмарок – это фиксированные цены, которые по результатам мониторинга крупных сетевых магазинов устанавливает городская администрация. Здесь цены ощутимо ниже, чем в других торговых точках города. За контролем над ценообразованием пристально следят представители специальной комиссии, которые сопровождают выездную торговлю. Жители поселка довольны. Это же классно. Вот мы прошли, все попробовали. Нам цены нас вполне здесь устраивают. Еще вот когда вот такие веселушки, вообще классно. Нет, очень хорошие ярмарки. Спасибо большое администрации города и всем-всем-всем. Замечательно. Здесь, правда, цены приемлемые, а в город поехать не всегда получается. Впрочем, сами фермеры также высоко оценивают эффективность таких площадок. Буквально за несколько часов торговли товар полностью раскупается. И проведение привоза в сельских округах ощутимо увеличивает объемы продаж. Виноградном, точка, Благовещенка, вот, Анапская, Цепанабалка. У нас много точек. Поэтому люди хорошо берут мясо. После работы ярмарки представители городской администрации с главами сельских округов и представителями местных ТОСов обсуждают дальнейшее развитие торговли. Выясняются приоритеты, что необходимо местным жителям и какой ассортимент нужно расширить. Но самым главным, конечно, остается развитие и поддержка местных фермерских хозяйств. Ярмарки, которые мы организовываем, они рассчитаны не сколько для предпринимателей, а сколько для малых форм хозяйствования. Это крестьянско-фермерское хозяйство, это личные подсобные хозяйства. Вот, как бы это инструмент поддержки сельхозтоваропроизводителя. Естественно, чем больше мы им даем возможность реализовывать свой произведенный продукт, вот, тем лучше они развиваются, могут строить планы, перспективы развития. Конечно, они востребованы. Желающих работать на этих ярмарках очень много. В связи с чем мы, конечно, готовы дальше поддерживать и развивать их структуру ярмарок и, скажем так, продвигать их на уровне города и сельских округов, вот, и поднимать тем самым заинтересованность личных подсобных хозяйств в увеличении своего производства. По поручению главы города Сергея Сергеева, работа выездных ярмарок расширит свою географию. Новые точки появятся в хуторе Красном и станице Гастагаевской. Расширятся торговые площадки и в Анапской. Также появится еще один объект в центре города, который будет востребован не только жителям, но и гостям в высокий курортный сезон.